Я надеюсь, то, что ты понял. Что облизывать? Не, не хочу. Пожалуйста. Давай. Ой, ее сушить нужно? Да. Хорошо. На ушку. Меня попросили послушать. Нихуя ничего не слышно. Пиздец. Голова прям раскалывается. Надо вставать. Привет. Да я и так достаточно поспала. Чё, я в 2 где-то легла, и только в 9 я проснулась, потом в итоге опять уснула до 11 почти. Приветик. Чё, в 2 дня? Я хорошо, ты как? Чё, зачем я свои прыщи ковыряю? Ого, ты спал? Ой, бро, только-только прилегла сегодня весь день. Короче, ездила, купила себе вещи. Шопила еще. Шопинг. Был у меня сегодня. Вот. Я сегодня выходная. А не сегодня. Завтра. Отдыхаю дома. Давай, пока. Хорошо. Зачем я зеваю?
Добрый вечер. Как настроение? Я прекрасно, ты как? Привет, как тебе дела? Ты чё угораешь, Алик? Почему за последние 3 месяца? До этого типа не очень было. А чё тебе, какой ответ нужен в мою историю? Но они у меня до сих пор в историях. Нет, я не поняла. Норм была. А 3 месяца, что случилось за эти 3 месяца? Какой я стала? А ты что, на меня в инсте подписан, парламент? Забываю, как тебя зовут. Просто немного такой вечер страсти был. Повзрослела. Интересно. Понятненько. Спасибочки. Какое голосовое управление? Да, выходной. Понятно. Пока что, да, вот середины месяца у меня будет. 3-1. Ага, голос не печатает. Спасибо за внимание. Ну, не спасибо большое. Я сегодня проснулась более-менее в 12, с кровати встала, собралась, поехала в торговый центр, купила себе вещи. Поднялась этим настроением. Вот приехала тут недавно и что-то прямо это, пчу, так на сон рубит. Да, все, что хотела, все купила. Вещи купила. Чем мы молимся за то, чтобы спасибо. Юля не свалила. Привет. Какой статус? Не, купила куртку, кофту, джинсы, нижнее белье, такое. Какой статус? Не пойму.
Боже. Это не те же джинсы. Это старые джинсы. Белый просто черный классический джинс. Черный это просто классика, когда все подходит. Потому что это классика, которая никогда с моды не выйдет. О, господи. Уронила, блин, телефон. А черные джинсы, они подходят подо все. Поэтому я их и взяла.